Сегодняшняя лекция называется «Русская политика в ее историческом и культурном измерении». То есть я хочу поговорить об исторических корнях русской политики, поговорить о культурных, так сказать, аспектах русской политики. И это, ну, в общем, очень важно. Но прежде всего я должен сказать, опять же, страхуясь, почему, так сказать, вот Россия и здесь. Все-таки Армения и Россия столетиями связаны с друг другом. Мы жили в одном государстве, сначала Российской империи, потом Советский Союз. Культуры наши взаимодействуют. Я вам должен сказать, что выходцы из Армении внесли огромный вклад в культуру, общую культуру народов Российской империи, потом Советского Союза. А вот что касается политической науки, да, я доктор политических наук, хотя я историей тоже занимаюсь, то, скажем, советскую политическую науку создал Георгий Хасроевич Шахназаров, человек, который вырос здесь, да, и вот такой вклад и сегодня современных армянских ученых, живущих в Москве или приехавших отсюда в Москву, он очень значительный. Глядя на современную Россию, ну, трудно представить себе, что там происходит вообще. Почему это вот так, а не по-другому? Я, конечно, не думаю, что я вам дам полностью ответы, но тем не менее, в каком-то смысле, я надеюсь, что вам станет понятнее современная Россия, когда мы узнаем о каких-то ее корнях. Потому что студенты, аспиранты, магистранты, они часто не смотрят, скажем, на сегодняшние события, они не понимают, откуда все это происходит, да, откуда это растет. Есть классический пример, когда в России в 1993 году была принята Конституция, это ныне действующая Конституция, еще при президенте Ельцине, то очень многие правоведы стали говорить, что это под влиянием американской конституции, французской и так далее. Они просто не знали, что это длительная русская традиция вот такого типа конституции еще с 19 века. Да? Вот это очень важный момент. Теперь как бы ближе к теме. Что, собственно говоря, такое Россия? В России со времен 19 века там были такие славянофилы и западники. Славянофилы утверждали, что Россия — это особый тип цивилизации, а западники, что мы отставшая Европа. Да? И вот по сей день идут жаркие споры, что такое Россия? Какая-то отсталая Европа или другая Европа? Или это все-таки Азия? Теперь модные евразийские различного рода учения. Ну, то есть вот что такое Россия? Все-таки непонятно, да? Я для себя определяю следующее. Это не Европа, не Азия, это Север. Это первая попытка в истории человечества построить цивилизацию, построить культуру в северных широтах. В этом страшном климате. Он за тысячу лет, конечно, изменился, но тем не менее он все-таки очень и очень негативно действующий на культурное производство. Это тяжелый климат. И надо сказать, что древние русичи, древние славяне, они пришли на эти земли, где до этого жили угро-финские народы, которые занимались собирательством, охотой, но сельскохозяйственной культуры не было. А это основа всех культур, да? И поэтому это была очень бедная страна. Вот был такой русский историк, мыслитель, величайший, начала 19 века, Николай Михайлович Карамзин. Да, это одно из самых таких ярких имен русской культуры. Его как-то спросили, а можете ли вы одним словом определить, вот что такое Россия? Он сказал, воруют, крадут. Я не Карамзин, но если бы меня спросили одним словом определить, что такое Россия, я бы сказал, бедность. Бедность. Нефть, газ — это все никакого отношения ни к чему не имеет, это когда-нибудь закончится. А в Российской Федерации по статистике ООН до трети разведанных минеральных ресурсов всего человечества. Это ничего не значит. Это ничего не значит, потому что мы знаем, что именно те страны, которые не опирались вот на свои ресурсы, а опирались, так сказать, на свои природные ресурсы, а опирались на культуру, ум, делание, труд и так далее, они развивались. Россия — страна плохо, в общем, приспособленная из-за природно-климатических, географических условий. Один из самых крупных русских мыслителей, Николай Бердяев, это первая половина 20 века, сказал, что русская география съела русскую историю. То есть вот эта вот огромность страны, этот страшный климат, он не дал вот такого, ну, возможности для мощного исторического развития, как, например, это было в Европе. Это тоже, как бы, надо принимать во внимание. Теперь дальше. Что является для вот российской государственности, политических институтов, ментальности, политической культуры России основополагающим?
Я думаю, то, что в конце X века, намного позже, чем у вас, Древняя Русь, тогда столица была в Киеве, приняла христианство. То есть это был, конечно, исторический выбор, поскольку там была конкуренция и с исламом, и конкуренция с иудаизмом, как ни странно. Вот, но тем не менее, и была конкуренция уже внутри христианских конфессий, хотя тогда еще католицизм не отделился от православия, или наоборот. Но, во всяком случае, были, как писали русские, немецкие епископы, которые склоняли веру римскую, а не византийскую. Конечно, Россия приняла православие, она взяла Византию, это был конец X века, это у вас, кажется, в 301 году. Да, вот. Ну, понимаете, а у нас 988. Понимаете, насколько мы моложе вас, да? Это не была самая последняя страна, которая приняла христианство. Последней стала Литва в конце XIV века, но тем не менее, это конец X века. И этим самым мы вошли в разряд христианских государств. Ну, не мне учить людей с более длинной христианской историей, но христианство отличается от всех религий и даже от тех, с кем ее объединяют. Это иудаизм и ислам, иудео-христианская традиция. Дело в том, что Бог в христианстве – это Бог-человек, вы знаете, Иисус Христос. И истина в христианстве – это сам Иисус Христос. То есть это персоналистская религия, да? Между прочим, вот все эти права человека и так далее, то, что сегодня говорят, это вырастает именно из этого. Это уникальная религия. И в этом смысле вот Россия вошла. Это, пожалуй, по-настоящему единственное, что объединяет Россию, ну, скажем, с сегодняшней Европой. Потому что все остальное очень и очень отличает. Но вот в чем проблема. Мы взяли христианство православное из Болгарии. Болгария была частью Византийской империи. И на древнеболгарском языке, который стал церковнославянским. Который отличался от древнерусского, ну, был где-то близок, поэтому так быстро все пошло, христианизация. Но тем не менее, мы вошли, так сказать, вот как бы не через главный вход в христианскую вселенную, а через такой боковой, да? И это тоже во многом определило вот такую провинциализм русского православия. Вот это надо как бы иметь в виду. Должен вам сказать, что христианизация произошла так быстро, что уже в середине XI века в России, ну, я когда говорю Россия, это Древняя Русь, Киев, хотя сегодняшние украинские историки говорят, что вы московиты не из Киева. Вы, я потом скажу, откуда они говорят, вот, то есть вы к этому не имеете никакого отношения. Так вот, уже в середине XI века появляется вот абсолютно фундаментальная, по сегодняшний день, работа митрополита Илариона, слово о законе и благодати. Я не буду рассказывать, в чем там речь, но в этом произведении, потрясающе, выдающемся, поражаюсь, как за несколько десятилетий древние русичи сумели освоить вот такую мировую христианскую традицию, вообще интеллектуальную традицию, он вводит понятие правды, правда. Он говорит о том, что есть закон, но закон не касается души человека, он говорит, что есть благодать Божья, но она касается не всех людей. Да, ведь сказано, что спасутся не все. Но должно быть что-то, что объединяло их, было бы общим для всех. И он находит слово «правда». Правда – это и справедливость, правда – это и закон, правда – это всякие нравственные вещи. То есть это совокупность вот всякого разного очень важного. И вот с этого момента, по сегодняшний день, если угодно, главным, что ли, таким термином русской политической культуры является слово «правда». Русские законы назывались «русской правдой». Ленин, когда свергал самодержавие, назвал свою газету «правдой» и так далее. То есть совершенно разные люди, тем не менее. Слово «правда». И древние русичи говорили, мы строим государство правды. Вот в Европе строят государство права, а мы правды. А правда выше. То есть не по праву, не по закону. К чему это привело? Это привело к тому, что была блокирована возможность развития права и правовых институтов. Законы были, суды были, но права не было. Слово «право» в русском языке, в юридическом смысле, возникло лишь в 18 веке в переводе с немецкого языка. И это говорит об очень серьезном дефиците права в русском политическом сознании, в русском вообще вот
в русской культуре. И это ощущается по сей день, потому что когда мы смотрим на, в общем, удивительно плохо работающую судебную систему, на законы, которые не исполняются, на то, что отношения по-прежнему между субъектами, между организациями не правовые, это безусловно, хотя, конечно, прогресс есть, но это, безусловно, коренится вот в этом. То есть я хочу сказать, что не все предопределено, не все, так сказать, вот в один день кто-то сказал, так и есть, нет. Но, понимаете, все это действует. Я вот вчера был впервые в жизни в хранилище рукописи, здесь неподалеку, и я был потрясен. Вот, ну, я слышал много об этом, а я впервые в Армении, в Ереване, я был просто потрясен вот этой вот глубиной, этим величием. И понятно, как бы вот, что армянский народ вот, да, из этого выходит, исходит, как бы он ни менялся, какие бы интернеты и английские языки не появлялись. Ну, Россия в этом смысле тоже не исключение. Что дальше? Дальше очень интересная вещь, связанная с политикой, которая действует в сегодняшний день. Ведь мы же из Византии взяли не только вот, как бы, веру учения, но и понимание того, как соотносятся, ну, говоря сегодняшним языком, государство и церковь, духовная власть и власть светская. Да? Тогда в европейском мире было, если считать, что Византия тоже часть Европы, было две модели. Одна была в Риме, да? Она называлась модель двух мечей. Меч светской власти и меч духовной власти. И они вот постоянно сражались. Папа римский и светские, значит, начальники во главе с императором Священной Римской империи германской нации сражались друг с другом. И в результате вот этого соперничества возникла возможность принимать какую-то идентичность. Я за папу или я за императора и светскую власть. Вот историки и политологи говорят, что это один из корней европейской демократии. То есть выбор, возможность выбора за это или за это. Мы же приняли византийскую модель симфонии, смысл которой заключается в том, что в духовных делах император византийский, а в России тогда великий князь, уступает духовной власти, и наоборот, духовная власть в светских делах уступает, значит, светской власти. Эта модель идеальна, возможно, но на практике она привела к тому, что преимуществом стал пользоваться тот, у которого больше ресурсов, больше, так сказать, возможностей. Разумеется, это светская власть. И это привело к тому, что, во-первых, у нас возник симбиоз власти и церкви, а церковь, в отличие от европейской истории, по существу никогда, несколько раз было, но не бросала перчатку, не как бы вот противостояла экспансии светской власти. И это очень интересно. Это и сегодня, например, в Кремле, в Московском, были не только терем, дом, где жил великий князь или царь, но там, где жил и патриарх в Кремле. И как только советская власть рухнула, то опять в Кремль приехал президент, царь, и там же получил кабинет патриарха. То есть даже вот такие вот вещи. И сегодняшнее влияние церкви на общество, оно очень большое, хотя, может быть, поверхностное в нашей стране, оно связано с государственной поддержкой, с невероятной государственной поддержкой. И государственные органы, и церковные органы, они как бы прорастают друг в друга. Да, это тоже вот традиция, которая ведется из Бог знает каких времен. Идем дальше. Когда мы смотрим на развитие Руси древней и смотрим на развитие параллельное Запада, мы можем увидеть, что в какой-то момент они совпадают. В чем? И европейская цивилизация, и вот эта вот окраинная Русь, мало кому тогда известная, совершенно такая провинциальная, которая утонула в каких-то снегах, лесах, огромных территориях и так далее, они были теоцентричными обществами, то есть богоцентричными обществами. То есть все определяла религия. Все абсолютно, вплоть до архитектуры. Готические соборы в Европе – это поднятые вверх руки, и вот человек молится, да? Все определяло повседневность, политику, экономику, отношения между мужчинами и женщинами, воспитание детей, все абсолютно. Но в определенный момент, как вы хорошо знаете, в Европе происходит децентрализация социальных отношений, секуляризация, начинается эпоха возрождения, гуманизма, ренессанса. Да? Возрождаются совершенно другие ценности, и в центре уже вселенной европейского человека находится не Бог, Бог не умер, он еще есть, а человек.
Это антропоцентричная цивилизация. То есть человек – мера всех вещей. И поэтому возникают науки, в том числе медицина, он заботится о себе, географические открытия, экономика, возникают более комфортные города и так далее, и так далее. Что касается России, то сюда влияние гуманизма было минимальным. Его и не пустили, да и, в общем, гуманизм особенно и не шел в эту дикую Московию. Но в результате русская цивилизация, в отличие от европейской, стала не антропоцентричной, а властицентричной. То есть в центре цивилизации, главным, пределом ее ценности, основным институтом является власть. Причем не абстрактная власть, а власть всегда персонифицированная. Петр I, Иван Грозный, Сталин, сегодня Владимир Путин, неважно, как это называется, да, но это всегда власть, это вот он. И это тоже глубочайшее отличие от европейской культуры и цивилизации, поскольку в последние столетия власть на Западе становится все более и более абстрактной. Когда мы говорим «президент США», может появиться в голове лицо там, человек моего поколения, Джона Кеннеди, у вас там Барака Обама и так далее, но это не значит, что они есть президенты навсегда. В России, вот если президент, это значит Путин, пока вот он жив, работает или куда-нибудь уходит. Может быть, какой-то другой. В этом отличие. У нас возникает властицентричная цивилизация. Когда-то русский император, это чуть больше 200 лет назад, Павел I, сказал французскому послу, что в России только тот что-то значит, с кем я разговариваю. И только то время, пока я с ним разговариваю. То есть остальные вообще ничто. Откуда это взялось? И вот тут я могу вернуться к тому, что я сказал, что наши украинские братья, историки украинские, говорят о том, что вы москали, москалиты, вы не продолжаете линию Киевской Руси, Древней Руси, Руси, которая была, пусть окраинной, но Европы, в Киеве были рыцарские турниры, роскошные библиотеки, мощеные деревом тротуары. Киев был, скажем, в середине 19 века богаче, чем Париж или Лондон, да? Потом, конечно, все ушло, это был короткий период. То есть вы к этому никакого отношения не имеете. А к кому мы имеем отношение? К Золотой Орде, Монгольской империи. Древняя Русь была 2,5 столетия закована в рабство монгольское. И, конечно, это произвело огромное влияние. Например, древние русичи узнали о возможности империи от монголов, да, потому что они были частью, западной частью этой империи. Они многое другое узнали. Например, у древних славян женщина, как и у древних германцев, была на первом социальном плане, нередко превосходя мужчин. Но когда пришли люди с Востока, когда пришли кочевники с Востока, то женщина по азиатскому, так сказать, стандарту ушла из истории, если угодно, до реформ Петра Великого, до начала 18 века. Так вот, самое главное влияние, которое сделали монголы, даже не то, что они рушили русские города, уводили в рабство людей, которые знали грамоту, а таких было немного, то есть книжников, или уводили людей, которые могли строить каменные дома или каменные церкви, это был урон. Но самое главное влияние было то, что русские князья ездили получать свою легитимность в Золотую Орду. Это называлось ярлык, да? И они столетиями, ну 2,5 столетия, наблюдали систему власти там. И постепенно они, ну как бы, она вошла в их плоть и кровь. Они сами стали наследниками вот такой вот абсолютной для христианских государств и стран нехарактерного типа власти. Один из русских философов середины 19 века сказал, в конце 15 века рухнула вот эта иго, Русь освободилась, обрела международную субъектность, как вы сейчас сказали, и суверенитет. И он сказал, что ставка хана была перенесена в Кремль. Вот что произошло. То есть московские цари унаследовали, орда распадалась, такой процесс диссоциации, кочевнические империи живут не очень долго, это связано с целым рядом, опять же, природно-климатических дел. А другой русский философ, евразийцы, основатель евразийства, кстати говоря, князь Николай Трубецкой сказал, если бы православие было если бы Орда приняла православие, то не Москва, а Орда объединила бы русские земли. То есть в этом смысле украинцы абсолютно правы. Да, современная Россия – это и наследница Киевской и Московской Руси, и Петербургской империи, но и наследница вот этой Золотой Орды, вот этой вот власти, которые в Европе не знали. Я на предыдущих лекциях, а я их читал не об этом, а о политической науке, у меня было 2 лекции вчера и позавчера, я говорил о том, в чем различие понимания власти, скажем, в России и в Европе.
В Европе власть состоит из двух частей. С одной стороны, это, безусловно, насилие, то есть начальник приказывает. С другой стороны, это конвенция, это договор между подвластным и властью. То есть мы соглашение заключаем. Мы тебя выбираем, но вот твои обязанности. А вот наши права. В России власть – это только насилие. Есть прекрасная, хотя и грубая русская поговорка. Я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. То есть вот это вот абсолютно только власть не понимает другого разговора с обществом и практически никогда не понимала. Были, конечно, периоды в русской истории более либеральные, когда власть смягчалась, а общество становилось сильнее и какие-то свои претензии, так сказать, выдвигало, но на самом деле все это по-прежнему вот так. Что еще очень важно для понимания того, что происходит в сегодняшней России, куда она может пойти, что от нее можно ждать. Марксисты, Маркс, которых, я не знаю, изучает ли современная молодежь, в России все очень плохо это знают, потому что считают, что это не нужно, это глупость, разумеется. Маркс был одним из величайших социальных мыслителей, другое дело, что в Советском Союзе его учения превратили в то, что действительно не могу не вызывать скуку, а потом даже отвращение. Вот. Но Маркс был великий человек, и правильно он говорил о примате экономических отношений. И здесь возникает главный вопрос, вопрос о собственности. Дело в том, что русская история не способствовала возникновению частной собственности. Это во многом связано не с каким-то особым характером русского человека. Это опять же связано очень с природно-климатическими географическими условиями. В Европе относительно небольшая территория и большое население. И там проблема земли, а прежде всего собственность на землю, актуальна. Надо четко определить, кому это принадлежит, иначе будут бесконечные вот эти феодальные войны, какие-то еще войны и так далее. И поэтому это способствовало зарождению собственности, ну а потом это и то, что европейцы узнали о римском праве, да, которое говорит и о праве, так сказать, публичном, и о частном праве, то есть это тоже очень важный момент. В России ничего этого не было. В России было наоборот, всегда наоборот. Огромная территория и мало народу. Сейчас 17 с лишним миллионов квадратных километров и 144 миллиона населения. Причем большинство живущие в районе Петербурга, Москвы, Урала и так далее. На Дальнем Востоке, на границе с Китаем, живет только 5 миллионов русских, а с той стороны 120 миллионов китайцев. Что, так сказать, конечно, проблема. Так вот, это Россия пустая страна. Да, люди стараются идти в большие города, на местах нету работы, ну, так было примерно всегда, хотя в сегодняшних формах это, ну, вот так впервые. Так вот, здесь было огромное количество земли и мало людей. И поэтому не было проблемы, кому принадлежит земля. И русское земледелие, основа всякой цивилизации, было кочевым. Сегодня пашет здесь, потом пошел дальше, когда земля уже ничего родить не может, пошел дальше, дальше. Европейцу некуда было идти, он должен был заниматься вот этим клочком земли. И поэтому частная собственность не родила. В сегодняшней России, где есть всякие гражданские кодексы, где есть там незыблемое право частной собственности, конечно, частная собственность является чем-то 28-м, а не первым в экономической, в политической и так далее системе. Чем это еще? Что еще? Дело в том, сказать по этому вопросу, дело в том, что европейские народы, они в какой-то момент пришли к разделению власти и собственности. Все начиналось с того, во всех культурах, что и власть, и владение каким-то имуществом, да, материальным каким-то субстратом, оно находилось в руках вот какого-то властителя. Но постепенно произошло разделение. Это зафиксировано в римском праве, о котором мы говорили. Публичное право, это касается вопросов власти, а частное право, куда государство не вмешивается, это вопросы имущественные там, и прочее, наследственные там, и так далее. И вот в Европе произошло разделение на власть и собственность. Кстати, в современной политике это зафиксировано тем, что если ты идешь в политику, забудь о больших деньгах. Западные политики, если они не вышли из семьи таких наследственных богатых людей, как Джон Кеннеди когда-то, это люди очень небогатые, да? В Америке первым миллионером стал, президентом стал Кеннеди, да, это было абсолютно невозможно. Вот. Да, какая-нибудь Ангела Меркель живет в двухкомнатной квартире, как и жила, когда была студенткой в Берлине, понимаете? То есть там, если власть, то власть, если деньги, собственно, то власть. В России этого не произошло. В России утвердился феномен, который социологи, политологи, историки пишут в одно слово – власть и собственность. То есть власть обладает и имуществом, все, что есть, да, и это блокирует мощное экономическое развитие, рыночную экономику, поскольку по-прежнему бюрократия
во главе со своим лидером, неважно, как они называются, это будет и более мягком человеке, во всем случае, было, они по-прежнему не дают вот независимости экономической сфере общества. Это было, кстати, очень четко политически зафиксировано, когда в 2003 году был конфликт между президентом Путиным, это было давно, но тем не менее, и олигархом Ходорковским. Закончилось тем, что Ходорковский получил 10 лет заключения. Да? То есть власть объяснила бизнесу, кто хозяин в доме. И это тоже старинная русская традиция, которая, ну, отчасти, может быть, прерывалась лишь в конце 19-го, в начале 20 века, в момент либерализации Российской империи. Теперь идем дальше. Русская политическая система, современная. Поразительное дело. У нас были выборы 18 сентября. И партия «Единая Россия», это господствующая партия, получила конституционное большинство, то есть это больше 75%. Все остальные три остальных партии имеют меньше, они уже не нужны и так далее. То есть в России так и не сложилась по-прежнему политическая система современного типа. У нас нет борьбы партий. Нету борьбы партий. И партий классических у нас нет. И никогда не было. В чем же дело? Когда-то великий русский историк Ключевский сказал, в России нет борьбы партий, поскольку партий нет, но есть борьба учреждений. Что он имел в виду? В 19 веке в Англии боролись две партии. Тори-консерваторы и Лиги-либералы. Так вот две группировки. Боролись за власть, и время от времени кто-то побеждал. А в России, говорит Ключевский, есть либеральное министерство финансов и консервативное министерство внутренних дел. То есть тоже есть борьба, но борьба внутри аппарата. Почему? Партия – это производное от общества. Партия – это часть какого-то общества, представляющая интересы этой части общества и претендующая на частную, на частичную власть политическую. В России гражданское общество, в том числе и потому, что нет института частной собственности, так и не сложилось по-настоящему. Перед революцией, когда в Российской империи жило около 180 миллионов людей, к людям, которых можно отнести к гражданскому обществу, было 3-4 миллиона. Это было крайнее меньшинство. Так вот, в этой ситуации в России политических партий не было. Но в начале 20 века, когда уже прошло несколько десятилетий великих реформ, как это называют в России, то, что можно назвать современным языком модернизация, причем не только экономическая, но и юридическая, и университетская, и всякая, культура и прочее, прочее, в России возникают два проекта партий. Вот эти типы партий Россия хорошо знает, но они не классические. Один тип предложил в начале 20 века Ленин, Владимир Ильич Ленин, да, в своей работе «Что делать?». Я не поклонник Ленина и полагаю, что он много вреда принес. Но вот эта работа «Что делать?» для русского политического сознания, она схожа во многом с работой государя Макиавелли для европейского политического сознания. То есть, в принципе, возьмем же русским, ее надо прочесть. Он говорит о том, что нужна партия нового типа. Какая партия нового типа? Которая представляет интересы всего общества, а не части, как все остальные партии. И претендует на всю власть, не только политическую, частичную, но и экономическую, культурную, идеологическую и даже эстетическую. Вот, я, конечно, модернизирую слова Ленина, более 100 лет назад написано. Вот такая вот партия. Такая партия пришла к власти в России в 17 году и погибла в 91 году. Она была у власти 74 года. Но в 5 году, чуть позже, возникает новый проект партии. Как в 5 году в России революция. Была проиграна война с Японией, в России революция. И в этой революции, в общем, было два варианта. Диктатура или, значит, дать конституцию, что-то сделать. Царь решил дать конституцию, учредить парламент, значит, парламентские выборы. И тогда один из его коллег, сотрудников, написал ему письмо, что нужно создать вот такую группировку в парламенте, опирающуюся на широкие слои общества, которая бы контролировала парламент и не дала бы парламенту плыть без руля и без витрил. То есть, говоря сегодняшним языком, нужно создать партию власти. То есть власть должна иметь свое абсолютное большинство в парламенте и контролировать его, и не давать, так сказать, каким-то антисистемным силам взять власть в свои руки. Тогда этот проект не удался царской империи, хотя его до революции 17 года много раз предлагали. Так вот, в 90-е годы, после хаоса 90-х годов, после нестабильности 90-х годов, люди в Кремле, власть российская пришла к идее создания такой партии. Такая партия была создана, вот эта партия власти, которая претендует на представительство от всего общества и претендует на полную власть в обществе, на самом деле и экономическую тоже. Это партия «Единая Россия». Это тоже очень важно.
Теперь для того, чтобы тоже понять уже как бы не политику, а понять, ну что ли, саму природу общества. Вот почему Россия такая? Почему русские? Я не говорю, плохая или хорошая. Я говорю, почему она такая? А если более-менее адекватно понимать какую-то страну, особенно с которой ты так или иначе связан, ты можешь предположить, какие действия она может, так сказать, осуществить. Так вот, тема общества. В конце 18-го столетия в России была страшная гражданская война. Это называется Пугачевское восстание, Емельян Пугачев, которое охватило огромную часть европейской части Российской империи, которая потенциально угрожала власти. И после того, как все это было подавлено, а Пугачев обезглавлен, политические советники Екатерины Великой, Екатерины II императрицы русской, второй половины 18 века, стали анализировать причину этой страшной революции, этого страшного бунта. И они увидели, что во главе всего этого дела стояли не какие-нибудь бедные крестьяне или рабочие, а стояли люди, продвинутые по тому времени, более-менее образованные, повидавшие мир, то есть такая элита нижних классов. И что же? Тогда они решили, что все это надо как-то с этим бороться, иначе снова будут революции. И они решили создать то, что называется передельная община. Передельная община, то есть согнать людей в такие вот коллективы и наделить их землею. Я говорю, может быть, скучные вещи, но они принципиально важны для понимания того, что и сегодня происходит в России. И наделить людей землею абсолютно равно, на эгалитаристском принципе. 5 человек в семье, 5 кусков земли, 7-7. Вот это такая вот община, для того, чтобы было полное равенство. Равенство исходное, чтобы платить налоги и барину, и государству. Но проблема заключается в том, что семьи, кто-то умирает, кто-то рождается. Вчера было 5, 7, теперь 8, 10. И начались переделы земли. Каждый год шли переделы земли. Люди делили землю в соответствии с количеством людей в семье. И эта передельная община действительно успокоила крестьянский мир, это там почти 90% населения Российской империи. Никаких бунтов больших уже не было. Но это не способствовало поднятию вот эффективности сельского хозяйства. Потому что если человек получал на год кусок земли, он не воспринимал ее как своя, а это вот временная земля, и он не очень о ней заботился, в отличие от частного собственника. И тогда, в конце 19-го столетия, в 1893 году, тогда правил предпоследний русский император Александр III, было принято решение, чтобы эти переделы происходили не каждый год, а раз в 12 лет, чтобы человек спокойно уже привык и семья к своей земле. А 12 лет тогда это больше, чем сейчас, тогда люди жили гораздо меньше, мужчины и женщины. То есть средний человек мог пережить, ну, 2 передела, не более того. И что же произошло? Действительно, переделы стали раз в 12 лет. А вот теперь попробуйте в уме прибавить к 1893 году 12 лет. Какой год получится? 5. А к 5-му 12 лет? А к 17-му 12 лет? 29-й, начало коллективизации. Это стало роковой ошибкой русских царей и их замечательных политтехнологов. Потому что, да, в общем-то, это было правильно. Но к чему это привело? 5-й год, проигранная война в Японии, начинается революция в городах, а передел революционные партии используют как начало гражданской войны в деревне. 17-й год. Уже в 16-м году русская армия не хочет воевать. А в армии от 10 до 12 миллионов крестьян. А они думают, пока я здесь в окопах, непонятно, зачем мы сражались, а русская армия не понимала, за что она сражается, и лозунг «Дарданеллы и Босфор», который хотели получить русские, для простого крестьянина был, ну, как-то, ну, слетать, это ни о чем, да? Так вот, она не хотела воевать русской армии, потому что мужики думали, пока мы здесь, там пройдет передел, и лучшие земли окажутся в руках не моих, а кого-то еще. Под влиянием свержения царя, ошибок буржуазии, которая пришла к власти, и либералов, армия разлагается, уходит с фронта, начинается гражданская война. Причем интересно, что за несколько лет до этого в России прошла Столыпинская реформа, когда людям разрешили выходить из общины. Интересно, что вышло лишь четверть населения, 3/4 осталось. Те, которые хотели частной собственности на землю и не жить в коллективистской общине. Так к 18-му году община опять пожрала их всех. То есть реформа Столыпина, который сейчас в России великий человек, был великий человек, тем не менее потерпела поражение, крестьянская Россия ответила нет. Она не хочет жить в частной собственности. Это так же, когда сломали колхозы в конце 80-х-90-х годов 20-го столетия при Горбачеве и Ельцине и говорили о том, что мы перейдем на фермерский путь. Русский крестьянин не захотел стать фермером или не смог по какой-то причине. Так вот, возвращаясь обратно, так происходит революция и гражданская война.
В 29-м году передел. И Сталин, который понимает, что надо деревню оккупировать, взять в руки, потому что господство большевиков было в городах, деревня была автономной и очень неплохо, кстати говоря, развивалась в 20-е годы, он понимает, что надо брать власть в свои руки, и он, как бы, лучше, чем ситуации передела нет, и передел, и коллективизация начинается в 29-м, а не в 28-м или в 30-м. Все. Дальше меня иногда студенты спрашивают, а если к 29-му прибавить 12-41 год? Я говорю, нет, это уже никакого отношения не имеет, все, на этом закончилось. Но я это рассказываю не как любопытный факт, а я рассказываю о чем? Эти люди, которые вот этот инстинкт передела, не творчество и создание, а передела, они пришли в город, я могу, мой отец, родившийся в 15-м году, пришел во время коллективизации 15-16-летним парнем, босиком практически в Москву, в своей старшей сестре, потому что там убили отца, который был кулаком и так далее. То есть я этих людей застал. В России началась урбанизация резкая в Советском Союзе. Люди из деревень пошли в города. Но это не были горожане, которые, как европеец, которые еще его предки жили в том Франкфурт, Аммайн или Флоренция, или там Париж и так далее. Это были новые горожане, это были крестьяне, которые принесли вот этот передельный инстинкт, вот это вот передельное как бы мировоззрение, да? И я вам должен сказать, что это по-прежнему господствует. У нас идет постоянный передел. Передел бюджета, передел различных. Русская коррупция во многом следствие вот этого передельной ментальности. То есть, когда следственные органы, МВД, прокуратура борются с коррупцией, я думаю, как в любой другой стране, это правильно, это нормально, но ее невозможно победить полностью, во всяком случае, на сегодняшнем этапе, пока все еще господствует вот этот вот передельный тип ментальности. Это очень важно для понимания того, что происходит в России. Что еще очень важно? Конституция. Есть два способа управления обществом. Это сакральная власть, власть от Бога, а второй принцип демократический, власть от народа, суверенитет у народа. Мы находимся, в общем-то, сейчас, конечно, во второй стадии, а не в первой. И здесь для политологов очень важно, когда мы говорим о теме власти, это трансляция власти. Как власть переходит от одного человека к другому человеку. И чем более это легитимно, законно, привычно и принято обществом, тем политические системы стабильны. Что же в России? В России в первых из славянских, я не знаю, княжеств, было выработан принцип, который называется примогенитура, первый в поколении, когда власть передавалась, монархическая власть, от отца к старшему сыну. До этого был принцип другой, когда от старшего брата к среднему, от среднего и так далее. Тот принцип был в сторону отодвинут, вот этот вот принцип примогенитуры. И власть была достаточно стабильной. Историки и политологи пишут, Московское княжество, которое ничем не выделялось от других, стало ядром мощной империи, потому что им удалось установить прочный институт власти. Там была налажена вот эта вот система трансляции власти для монархических государств, самая эффективная примогенитура. Потом приходит Петр Великий, который считал себя богом, демиургом, создателем новой России. Он был такой, он рушит этот принцип и говорит, что будет другой принцип. Император назначит сам себе наследника. В результате все 18-е столетие, что идет? Дворцовые перевороты, власть меняется постоянно и никакой политической стабильности. В конце 19 века этому кладется конец и есть законная примогенитура до революции 17 года, все действует. А потом приходят к власти большевики, а они были марксистами. А Маркс считал, что в будущем государство отомрет. Поэтому что им было заниматься, как будет власть переходить от одного генерального секретаря к другому, когда завтра будет коммунизм во всем мире и вообще никакой власти не будет, такой большой власти не будет. Поэтому каждая смена генерального секретаря в Советском Союзе – это маленькая гражданская война. Война за наследие. Сталин после Ленина, Хрущев после Сталина, ну и так далее, и так далее. Это маленькие государственные перевороты, маленькая гражданская война. И многие наблюдатели говорят, одна из причин гибели Советского Союза – то, что не был продуман легитимный, законный в глазах всего общества переход власти от одного лица к другому. Пока марксистско-ленинская идеология была господствующей, это как-то было на втором плане. Когда она перестала быть господствовать, тогда люди спросили, а почему этот нет? В чем дело, на каком основании? Да? Это такая была грубая ошибка большевиков, но они были марксистами, они не могли выйти за рамки своей доктрины. Но так же, как они не продумали, а как передавать имущество от одного человека к другому. То есть трансляция собственности. Формально вся была общенародная собственность, частной не было. Но я читал воспоминания человека, который сделал автомобиль «Лада Жигули», я вижу в Ереване, они еще ходят, инженер Каданников,
А вы зря смеетесь, я вам должен сказать, что когда появилась первая модель в 70-х годах, мы были просто... Да, мы знали, что есть Мерседесы, но... Это был большой прорыв. Это был большой прорыв. Это стал русский Volkswagen, народный автомобиль. Он был дорог, но все-таки люди покупали, и это очень большой прорыв. Так вот, он учился в Турине на Фиате и подружился с семьей Аниели, которая, значит, владела Фиатом. И он думал, вот старик помрет, а вот его сын, с которым я дружу и вино пью, он возглавит, потом его сын, все нормально, есть забота. А говорит, а я когда завод построил, потом построил завод, да? Я помру. Моему сыну это не отойдет, это общенародное государство. Партия назначит кого-то другого. Большевики не продумали вот это. И, кстати, события конца 80-х годов, когда советская власть рухнула, это не только много-много всякого разного, но это и революция, как у нас говорят, красных директоров, которые захотели стать не управленцами, а собственниками. Не менеджерами, а собственниками. И это удалось. Именно они в основной массе приватизировали вот это вот имущественное наследие Советского Союза. Что еще очень важно. Я вам говорил о Конституции. В Российской Федерации Конституция 93-го года. Она менялась уже несколько раз, в смысле внутреннюю нет. Но в принципе остались одни и те же. Она совершенно потрясающая, эта Конституция. Ни в одной стране мира, я не хвастаюсь этим, что нигде этого нету, я просто констатирую, такой модели конституционной нет. Эта конституционная модель возникла более 200 лет назад. Когда русский царь Александр I, это тот, который воевал с Наполеоном, заказал своему ближайшему советнику Михаилу Спиранскому написать Конституцию для современной России. Когда Конституции принимались, первая была в США, потом в Польше, во Франции, и дело, так сказать, пошло. Так вот, этот человек написал Конституцию, он был великий реформатор. Конституция была такая, нормальное разделение властей, как в Монтескьё, как во всем мире. Законодательная власть, исполнительная и судебная. Но он сделал одну новацию. Над системой разделения властей он поставил институт, который не вписывался в систему разделения властей. Это, понятное дело, был император, царь. Поэтому эта система, с одной стороны, является системой современной, вполне, так сказать, адекватной юридически, как во всем мире, но с другой стороны, вот эта вот новация. Царь стоит, император стоит над системой разделения властей. Спиранский пытался старую русскую традицию, вот эту вот властицентричность, соединить с европейской системой разделения властей. Эта конституция не была принята при жизни Спиранского Александра I, но во время революции 1905 года был снова выдвинут этот проект, и 23 апреля 1906 года в Российской империи, в которую входила тогда империя, Армения, была принята вот эта самая конституция по Спиранскому. Император и система разделения властей, которая вторична. И так было до 1917 года. В 1917 году революция. Стали готовиться к учредительному собранию. Юристы писали новую конституцию. Остались ее отрывки. По ним видно, что вместо президента, вместо императора становится президент, которого избирают на 7 лет. Вся остальная модель сохраняется. Но большевики не позволили, разумеется, революции. 93-й год. В Москве маленькая гражданская война. Стреляют по парламенту, по Белому дому из танков. Там страшное столкновение. Но после этого тоже не диктатура, а конституция. И читая проект этой конституции, я был буквально поражен. Потому что я когда-то занимался Спиранским, писал о нем, и хорошо это дело знал, я был поражен, что это, как говорит молодежь, чтобы ремейк конституции Спиранского. Только лишь. Там у него был император, а временное правительство готовило, как я ему говорил, президента. А здесь президент. А я думал про себя, как же будет сочетаться вот эта модель с тем, что через несколько лет президента надо переизбирать. Потому что для царя понятно, навсегда, пока не умрет. А здесь через 5-7 лет надо уходить. И это уже тебя ограничивает во власти. Но все было нормально. Все сложилось как надо. 31 декабря 1999 года на экранах телевизоров появился Борис Николаевич Ельцин и сказал, что он уходит и оставляет наследника. Владимир Владимирович Путин. Я подумал, ну нельзя наследника оставлять в республиканской традиции. Путин малоизвестный, когда человек набрал тут же 70% голосов 20 марта 2000 года и стал президентом, он вообще никто там не знал, никто, ну кроме узкого круга людей. Но раз царь, так сказать, рекомендовал, значит наследник, значит вот берем. Проходит 4 года, сейчас в России президенты по 6 лет, а тогда было 4 года. И Владимир Владимирович Путин, я присутствовал случайно в здании Московского университета, где он встречался со своими, так сказать, вот группой поддержки. Я случайно туда попал, поскольку я профессор Московского университета, и прошел. И Путин говорит, что я не буду менять Конституцию, вот я сейчас иду на выборы в 4-м году, 2-го срока, до 8-го, я вам выращу наследника.
Я тоже говорю, как это наследие? Причем, если Ельцин был, ну, такой человек старой закалки, то Владимир Владимирович Путин человек, тогда был молодой, современный, там, и за границей прожил. И действительно, причем он не обманул никого, он не изменил Конституции, а в 8-м году представил его наследника Дмитрия Владимировича Медведева. А в 12-м году, вернее, в конце 11-го года, Дмитрий Анатольевич Медведев представил своего наследника, и снова стал Владимир Владимирович Путин. То есть, я к чему говорю, что вот как политическая культура страны, как ткань, как она вот это вот выборное президентство делает наследническим. Наследническим. А русской политической системе говорят, самодержавное президентство. Ни один президент в мире не обладает таким полномочием по Конституции, чем тот, кто сейчас является президентом Российской Федерации. Если на его место придет Иванов, Петров, Сидоров, то же самое. Это не зависит уже от человека, зависит, может быть, стиль, методы, но в принципе это именно так. И это очень важная вещь. О чем еще тема конституционная, современная, но тема, связанная с властью, вот для понимания, что ли, России. Когда в 1906 году вот эта самая конституция была принята, она была принята как компромисс между революционным обществом и монархией, самодержавием, бюрократией, две силы, которые сражались в Первой русской революции, заключили компромисс. Кстати, должен вам сказать, что самые удачные революции, когда никто не побеждает, заключается компромисс. Это самая лучшая революция для будущего. Так вот, есть такое понятие легитимность, да, то есть понятно, о чем речь идет. Какую легитимность имел царь? Сакральную. В Конституции было прописано, что он от Бога. То есть сакральная традиционная легитимность. Но тут же появляется парламент, Государственная Дума, которая избирается. А это какой тип легитимности? Демократический, через выборы. То есть в Конституции были заложены два принципа легитимности, прямо противоположных друг другу. Это была историческая необходимость для того, чтобы выйти из революции. Но в 17 году, когда ситуация резко обострилась, тогда Дума решила воспользоваться вот этой своей легитимностью. Мы же представители народа и свергла царизм. То есть, чему я говорю? Когда делается конституционный документ, надо обязательно понимать, что он не может включать в себя положения, которые могут привести к взрыву. Приходит новая эпоха. Коммунисты у власти. Все захвачено, включая Армению, Россию и так далее. Возникает Советский Союз. И в 22-м году начинает писать Конституцию для Советского Союза. Конституцию. Уже не для Армении или Российской Федерации, или для Украины, а для всего Советского Союза. И возникает два проекта. Один проект Ленина, который возобладал. Союзный проект. То есть все государства образуют союз, свободный, из которого можно выйти. Ленин был большой утопист. Он считал, что коммунизм скоро охватит весь мир, и тогда куда может выйти Армения или Россия, или Италия? Только на Луну, если выйти, все будет в одном мешке, так сказать. Сталин, при всем при том, что он злодей и деспот, был гораздо более практичный человек, гораздо более близким к государству и материи. Он говорил автономистский проект. Пусть Россия, Армения, ну тогда за Кавказе говорили, да, ну не важно, пусть они станут автономиями в одном государстве, чтобы все это держать. Это так, как в сегодняшней русской конституции права на сецессию нету. Как в американской конституции нет. Так вот, но тогда никто этому большого внимания, ну и даже Сталин. Но вы знаете, что в декабре 1991 года в Белоруссии встретились лидеры России, Украины и Белоруссии и сказали, мы реализуем свое право на сецессию. То есть была заложена бомба замедленного действия, которая взорвала здание. И опять же, я не поклонник Советского Союза, но я говорю, хотя прожил большую часть жизни при советской власти, вот что нельзя сделать. В российской конституции сейчас тоже есть проблемы. У нас написано, что в основе всего лежат выборы. Выборы. И президента, и парламента. Выборы. Выборы – это вообще главный, если угодно, показатель демократии. Там, где нету выборов, или они выхолощены, они, так сказать, формальный характер носят, там демократии нет. И вот сегодня в Российской Федерации вроде бы все избирается, но на самом деле реальных выборов нет. Власть включает свой административный ресурс, телевидение и печатная пресса заполняется в основном только ее представителями, и на самом деле подлинных выборов нет. И в этом году, кстати, 18 сентября российский народ вот не пошел на выборы. В больших городах до 65% не пришло на выборы, а по всей стране больше 50%. Это ужасный показатель. Это показатель отрыва общества от политической системы, недоверия, неверия общества, апатии и так далее. Но это такой очень важный момент. И уже приближаясь к финалу, я снова обращусь в историю. Что для России, для ее политики, для ее настоящего, по-прежнему является неизжитой травмой, неизжитой такой незалеченной раной. Дело в том, что до реформы Петра Великого, это начало 18 века,
Россия была таким традиционалистским обществом, которое очень медленно развивалось, которое было, ну, в общем, таким отсталым, можно сказать, если говорить грубо. Петр решил Россию сделать европейской державой, модернизация и так далее. И что сделал Петр? В результате реформы Петра Россия, до этого целостная культура, раскололась на две субкультуры. С одной стороны, это была европеизированная часть русского народа, дворяне, чиновничество, офицерство и так далее, которые говорили по-немецки, потом по-французски, одевали свою одежду, ели их еду, ездили в Париж, жили в домах европейского образца. А с другой стороны, была огромная масса людей, которые жили не в 18 веке, а в 15. Эти люди, которые... Как жили они до Петра, так они дальше жили. И эти люди не понимали друг друга. Они абсолютно не понимали друг друга, не знали друг друга. И более того, верхняя часть не эксплуатировала нижнюю. И вот это столетие именно накапливалось. И очень многие люди, наблюдатели, они говорили о том, что это приведет к страшной катастрофе. Например, в середине 50-х годов великий Карл Маркс, который довольно внимательно наблюдал за Россией, написал, что настанет в России 1793 год. 1793 год – это пик французской революции конца 18 века, господства якобинцев, гильотина работает так. Настанет русский 1793 год, и господство деспотии этих полуазиатских крепостных станет невиданным в истории. Но зато он разрушит мнимую цивилизацию, возведенную Петром, и возник, он оказался по сути прав. Пусть по негативу, но он оказался прав. Русская революция оказалась страшным избиением вот этой европеизированной культуры. Люди были либо убиты, либо, так сказать, подчинены, что уже теряют свою идентичность, либо более 2 миллионов интеллектуалов, интеллигентов уехали в Европу. И казалось бы, что советская власть, перемешав все, я сын крестьянина и сын дворянина. Одна моя бабка была неграмотной, другая там училась в Сорбонне. Да, вот, так сказать, вот, казалось бы, вот перед вами они соединились, эти две культуры. Советская власть ушла, которая как-то это нивелировала. И сегодняшняя Россия – это по-прежнему две России. Одна Россия, которая по социальным опросам социологам хочет жить в свободном, правовом, конституционном, социальном государстве, где правят собственность, где суды честные и так далее. Другим это все равно. Они, конечно, не крестьяне 16 или 18 века, но эти люди, которые готовы жить в самоизоляции, мало интересуют, так сказать, там, Европа, мир. Им кажутся европейские ценности совершенно лишними, право, все это, так сказать, это основная масса. По-прежнему Россия разделена на две части. Конечно, теперь это все по-другому, это не в деревне. Россия урбанизированная страна, большая часть, больше 75% живет в городе, это больше, чем в США. Вот. Вот перед такими проблемами стоит моя страна. И ее внешняя политика является во многом следствием вот такой социальной, политической, ментальной ситуации. Я завтра буду читать лекцию, где попытаюсь дать свое видение того, почему в России и в некоторых других постсоветских странах не получился переход, транзит, как говорят в политологии, от общества авторитарного к либеральному, демократическому и так далее. Поэтому я сейчас не буду касаться этой вещи, но тем не менее могу вам сказать, что в 90-е годы и в начале нулевых были огромные надежды на то, что Россия все-таки на этот раз воспользуется своим шансом, станет более такой, ну что ли, социально-правовой, демократический, более сдержанный, более интегрированный в мир страной и экономикой. Сейчас этих, в общем, ожиданий в обществе, не только у вашего лектора, все меньше и меньше. Ну, что будет дальше? История, процесс открытый, мы не можем знать. Вот. Но, во всяком случае, я думаю, что в ближайшие годы вы будете иметь дело, и мы с такой Россией. Спасибо.